Самсон полный по костях состояния, да, закончил? Ох, как ты не начал. Ты эту счет фактуры на клубную на то ли опоздал, да? На то там все это. Я когда подписывал документы, я сдал, оригинал еще не получал, не ездил. А, понял. Нет, просто там Киселева периодически звонит, когда я пришел к ней выписать доверенность. Она там что-то сморщилась, да у нас такой компании нету, да надо заводить, да там трали-вали. Я говорю, и чё? Ну вот туда-сюда. Это махнул, короче, посмотрим. На этих областях на цепочке с орбитальным часовым единицем. Что еще все часовые? Да, значит, сейчас мы с вами будем вот этим заниматься. Значит, какой-то следующий параграф. Для случая двух. Для случая двух атомов. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте. Элементарные ячейки. Для случая двух атомов элементарные ячейки. Ну, что значит два атома, да, в ячейке? Когда мы с вами рассматривали один атом, для этого мы с вами рассматривали цепочку, да? У нас элементарная ячейка, ну, грубо говоря, была вот, да? Вот у нас элементарная ячейка, в ней один атом. Можно выбрать, понятное дело, что элементарную ячейку с двумя атомами, да, предпосылок, ну, масса, да, то есть это может быть атом там со спином вверх, спином вниз, да, допустим, антиферромагнитная цепочка, да, то есть в антиферромагнитной цепочке она транслировать уже вот такую ячейку из двух атомов, да, может быть разный заряд, допустим, этих, ну, там, не знаю, там один плюс, да, а этот заряд два плюс, да, тоже надо транслировать, да, как бы. Может быть просто, ну это с окружением каким-то, понятно, да, то есть, ну, конечно, такая цепочка именно не электронейтральная, да, то есть тут должно быть какое-то окружение еще, которое электронейтральное создает. Ну и там, может быть, два атома разного сорта, да, допустим, ну давайте как раз это будет там один там плюс или один минус, да, ну, грубо говоря. Или там 2 плюс 2 минус, ну типа натрий хлор, да, натрий плюс 1, хлор минус 1 и так далее. Ну, это вот физические предпосылки для этого. Что значит получается, если у нас два атома в элементарной ячейке? Ну, давайте назовем 1 и 2, да, соответственно, им какая-то энергия приписывается, Е1 и Е2. Которая может отличаться, может, допустим, на параметр хундовского обмена, да, или на величину параметра хундовского обмена, если мы говорим там про антиферромагнетик, да, либо может отличаться на энергию в случае разных там в случае разных зарядов, какая-то энергия просто отличаться и так далее. Значит, что у нас получается? У нас сразу получается, что у нас есть перископ внутри, как бы, да, элементарные ячейки, назовем его Т. Но он ровно такой же, да, если мы, у нас идет перескок
и сюда, да, то есть смотрите, вот у нас здесь атом номер 2, атом номер 1, да, здесь у нас 5 номер 1, то есть с 1 на 2, да, и тут с 1 на 2 в обратную сторону, ну и тут тоже со 2 на 1 и со 2 на 1. Да, то есть получается, что если мы берем только ближайшие соседи, вот, то у нас это вот так получается. Вопрос. Теперь нам надо записать дисперсию для такой системы. Да? Записать дисперсию для такой системы. Дисперсия, ну или как это назвать, это уравнение. Уравнение дисперсии это есть. Собственно, значение гамильтониана, да? То есть, прежде чем мы его запишем, мы должны записать гамильтониан и найти его собственное значение, собственные функции. Давайте, как в данном случае будет выглядеть гамильтониан в нашей системе? Мы смотрим такой параграф, который называется «Линейная комбинация атомных орбиталей». Составлен. Вот же. Вот у вас элементы, да, матричные гамильтониан. Значит, что у нас тут что получается? Это энергия электрона на узле 1, да? Е2, энергия электрона на узле 2. А Т это у вас энергия гибридизации 1-2, да? Или энергия, которая необходима, чтобы электрон типа 1 превратился в электрон типа 2. Да? То есть он здесь может быть на одной там орбитали, здесь на другой орбитали. И как натрий-хлор, да? Натрий у вас S элемент, хлор у вас P элемент. Естественно, что значит, что у вас он перешел, да? У вас из S состояния перешел в P. Это сколько это будет стоить энергии? Соответственно, гамильтониан такой системы, он уже будет записываться, как вот там он записан, в орбитальном пространстве, да? Будет уже матрицей. Значит, вот у вас, назовем это орбиталь 1, да? Назовем орбиталь 2, да? То есть вот у вас будет матрица в орбитальном пространстве, да? Ну, здесь соответственно матрица 1, матрица 2, да? Ну, вот нашу матрицу давайте писать, то есть у нас зажатый между 1-1, да? Ну как у вас он написан? Нет, вот. Это понятно, я говорю, причем здесь тогда гамильтониан, но это матричные элементы, гамильтониан в явном виде же не выписываю. Ну матрица гамильтониана выписываю. Матричные элементы же на этих состояниях. Нет, здесь можно ну, по-разному говорить. Здесь вот мы здесь обсуждать, так, о чем молчите там было. Сразу об этом говорить, что вам надо сказать. Ну, вот видите, здесь да, можно вот эту вот штуку, да, представить как квадратичную форму. Да? Вот она же у нас представлена была как квадратичная форма. Ну, вот это понятно, да.
Ну, будем здесь писать гамильтониан в матричном виде. Ну так. Согласны с таким названием? Матричная форма, матричная форма. Значит, тогда у вас будет E1, E1. Здесь, соответственно, будет T и T. Ну, соответственно, здесь у нас что получается? Собственное значение, да? Такой системы. Это будет что? Не, непонятно. Е1, тогда по диагонали Е2, там Т, Т и Т перед скобками. Да, хорошо, Е2. Тогда собственное значение, да? Ну, соответственно, плюс и минус. Да? То есть у нас что здесь? Квадратное уравнение, да, записывается. Е1 минус Е, Е2 минус Е, минус Т квадрат. Тогда соответствующие собственные значения у вас будут. Е2 плюс Е1. Минус Т. Ну, как это в методе Лукао мы с вами порисовали, да? То есть у вас вот были уровни Е1, Е2. Значит, вот это у нас просто средняя арифметическая, да? И относительно вот этого среднего арифметического у нас произошло расщепление этих уровней, да, на величину t. Да, плюс t. Соответственно, там мы с вами должны были писать в методе Лукао собственные значения, да? И, собственно говоря, то есть вот такие. Вот, собственно, вектора. Написывали, да? А, ну вот, да, вот, собственно, вектора. Здесь будет все то же самое. Единственный момент. Смотрите, мы с вами до этого все время говорили о дисперсии, да? Здесь у нас дисперсия нигде не фигурирует, да? Так ведь? Значит, вопрос, что тогда здесь записано? Вот так называемая запись, да, гамильтониан. Ну, или матрица гамильтониана, да? Матрица гамильтониана в гамма-точке. Да? Гамма-точка это у нас, центр зоны Жюльена, да? Гамма-точка, центр зоны Жюльена. И гамма-точка обладает наивысшей симметрией, да, в системе. Я должен был это говорить, не помню, говорил или нет. И гамма-точка обладает полной симметрией системы. Если мы куда-то сдвигаемся по зоне Брюллена от гамма-точки, да, у нас симметрия понижается. То есть если мы двигаемся в высокосимметричных направлениях, она все еще высокая, но ниже, чем в гамма-точке. Да. Если мы в произвольную точку попадаем, то там она, соответственно, наинизшая из возможных для данной геометрии. Да. Гамма-точка. То есть мы должны, по идее, с вами писать гамильтониан как функцию гамильтониан в каждой каточке, да, мы должны записать.
клиент каждой карточки. Ну, на самом деле, в данном случае это будет все просто. Это будет косинус КР, где у нас R — это вот это расстояние, да? Ну, это будет косинус Т на косинус КР. Е2. Смотрите, сразу вопрос. Если мы учтем с вами перископ еще и до вторых соседей, да, то есть если мы с вами учтем еще вот такой перископ, Е1, Е1, да, ну, соответственно, будет перископ еще 2-2, да, перископ 2-2. Понятно, что они должны быть одинаковые, ну, назовем их Т-штрих, да, Т-штрих. Как будет выглядеть этот гамильтониан? Добавится еще в интегральный элемент. Там плюс Т-штрих, косинус, там 2КР. Вот сюда? Да. Не совсем. Здесь же у нас это будет... между своими же узлами, да? 1-1. Сюда добавится. А, да, подождите. А, да, двух этих. Да, то есть там в случае вторых соседей, да? То есть вторых соседей у вас будет Е1, а плюс Т-штрих косинус 2КР, Т косинус КР, Т косинус КР, Е2. Не написано, что рефила был, а как их рефилить, непонятно. Так их вот перезаполнять. Да. Ну давайте, значит, сейчас попытаемся с вами немножко поанализировать, да, этот гамильтониан. Вот такого вида. У нас сейчас задачи нашей модели есть два энергетических параметра. Да, какие? Т-штрих. А? Т-штрих, Т. Ну, это случай вторых соседей Т-штрих. А может быть три, как бы, да. То есть в нашем задаче сейчас два параметра. То есть есть два энергетических параметра. Два энергетических параметра. Да, это Е1 минус Е2. Да? Ну и, соответственно, Т. Так вот. Ну, грубо говоря, расщепление взаимодействующих уровней, да, или там взаимодействующих состояний, не гибридизованных состояний, в данном случае надо говорить, да, и энергию гибридизации, да, интеграл перескока. То есть вот у нас есть два энергетических параметра. Соответственно, можно рассмотреть два случая, да, когда у вас один много больше, чем второй, либо наоборот. Да. Ну, давайте этим и займемся. Случай слабой гибридизации. Первое. Случай слабой гибридизации. Когда у нас величина 2t много меньше, чем да,
соответствующие собственные значения у нас будут выглядеть следующим образом, как функция k. E1 плюс E2 пополам, плюс минус, 1/2, корень, E1 плюс E2 в квадрате, плюс 4 t квадрат, косинус квадрат, kr. Тогда мы можем раскрыть корень, да, приняв, что у нас величина 2t, а все единое за эпсилон 2 по модулю много меньше единицы. Да? То есть для этого мы с вами выносим эпсилон 1 и эпсилон 2 из-под корня. Эпсилон 1 и эпсилон 2 выносим из-под корня. И тогда получается e плюс минус от k, это равняется e1 плюс e2 пополам, плюс минус e1 по модулю пополам и на раскрытый корень, да? Единичка плюс 1/2, 4, 3 квадрат, косинус квадрат, каре, 1 плюс 2 в квадрате. Да? Ну да, в смысле плюс. У нас тогда что получается? Что если мы с вами пренебрежем вообще этой малой поправкой, да, то у нас что останется? У нас останется либо E1, либо E2. Да? Если мы этой штукой пренебрегаем, да, малой поправкой, то, как и ожидалось, при слабой гибридизации у вас энергии уровня E1 и E2 никуда не сдвинутся. Да? Единственное, что с ними происходит, они сдвигаются вот на величину этой малой поправки. Да? То есть, если у нас что-то происходит, да, то у нас происходит достаточно слабое расщепление, да, изменение энергии этих уровней. Было E1, E2. Вот на самом деле тут добавка. Произойдет у вас раздвижка вот эта вот величина, вот эта вот, да, точно вот она и будет 2t квадрат и 1 минус 2. Давайте посмотрим, что происходит у нас с собственными функциями. Так же, как и в методе Лукао, мы с вами рассматриваем, да, соответствующие уравнения. Эта система у нас в уравнении вырождена, и у нее получается, что C1 и C2 они просто линейно зависимы. Да? То есть C1 меняется минус T, E1 минус E плюс C2. Да?
Соответственно, мы используем с вами нормировку. C1 по модулю в квадрате плюс C2 по модулю в квадрате. Ну, тут давайте туда плюс-минус тоже напишем. Это у нас единица, в смысле полная вероятность, да? Ну и тогда у нас собственное значение. Значение будет, что такое C1, C0, единичка плюс C1 с плюс 1, плюс минус C1 на T в квадрате, а C2 с плюсом будет единичка на квадратный, единичка плюс. Ну тоже видно, да, значит, что это означает. Ну, для минуса, соответственно, ну, в смысле, для е минуса, соответственно, тоже можно написать. Значит, это что получается? Что у вас величина какая? Значит, Е1 минус Е2 по модулю на Т, модуль меньше единицы, а собственное значение у вас... плюс у вас выглядит следующим образом. Это Е1 плюс Т квадрат Е1 плюс Е2. Да, то есть мы можем поставить сюда Е плюсы. Ну и тогда получится, что здесь у вас будет Е2 минус Е1 на Т. Здесь будет t на e2 минус e1, да? Ну, естественно, у вас получается, что одна величина будет очень маленькой, соответственно, c1 будет к единице стремиться, да? Вот это. А эта величина будет большой, и c2 будет стремиться к нулю, да? Но с точностью до небольшой, так сказать, с точностью до вот этой вот поправки квадратичной. То есть в случае слабой гибридизации у нас уровни сдвигаются слабо, да, уровни сдвигаются слабо, и волновые функции, что такое C1 и C2, у нас же общая волновая функция, это вот что такое, ну, пси, давайте плюсик здесь нарисуем, это будет у вас C плюс 1, да, на какую-то исходную функцию 1, плюс C с плюсом 2, функцию 2, да? То есть при слабой гибридизации у вас функция в основном сохраняет характер свой, да? Чужой примешивается, характер слаб. Чужой характер примешивается слаб. Здесь вот, да, есть интересный момент. Значит, если мы с вами сейчас построим, попытаемся построить соответствующую дисперсию. Плюс
На два. Удвоенная ячейка. Да, на два эрта можно писать. Да, у нас действительно удвоенная ячейка. Туда мы строим дисперсии. Значит, у нас исходную дисперсии с вами. Вот здесь где-то уровень D1, да? D1, D2, да? Допустим, D1, D2. Если мы возьмем и подставим T от K, да? E+, E- наш, соответственно. Сюда можно подставить T на косинус, да? КР и нарисовать здесь какой-то. То получится, что у нас исходные уровни у нас были без дисперсии, да? Будет какая-то достаточно слабая дисперсия, скажем так. У нас какие-то две зоны с достаточно слабой дисперсией. То есть произойдет незначительное уширение как бы уровня, да, за счет вот этой гибридизации слабой, но оно действительно незначительное. Давайте рассмотрим второй случай эффективной гибридизации. Тогда у нас получается, так я вам там что писал, ты мне оговорился случайно. Значит, тогда, соответственно, сильная гибридизация, вот у нас малый параметр будет вот такой, да? Соответственно, да, но здесь еще можете себе добавить, что поскольку у нас вот тут вот была функция волновая, нет, общая волновая функция, вот она записана, видишь, C1, C2, да, то есть вот здесь вот в основном вот эта вот штука определяется C1. Порядка единицы, а C2 порядка нуля вот для этой зоны. Вот, и наоборот, как бы, да, можете дописать просто себе, что да, C1 порядка единицы, да, C2 порядка нуля и наоборот. Ну вот. Это для нас важно, потому что мы потом с вами, ну или можем сейчас уже об этом сказать, что когда у нас возникает вот такая вот задачка уже, скажем так, многозонная, да, многозонная, и между зонами есть гибридизация, тогда можно говорить об орбитальном составе зоны. То есть смотрите, у нас как интересно получается. Зона у нас одна, ну как бы зоны-то две, вернее, да, это и это, да, ну там, да. Но каждая из этих, скажем так, линии, она имеет в себе два вклада, да, от двух разных орбиталей. Понимаете, да, да, да. То есть, причем, ну, как бы, количество вклада одного, оно там порядка там C1 и преобладающее, да, а C2, она, ну, там, квадратично мала. Ну, в данном случае, в таком случае. В этом случае мы увидим, что это как раз они, в общем, фактически 50 на 50, да, распределятся. Сильная гибридизация. Все, у вас одинаковый вклад будет иметь и первая орбиталь, и вторая в каждую из зон. Вот. Для чего нам это надо? Это надо нам, ну, понятие об этом вообще, для чего нам нужно. Сейчас пока по словам скажу, дальше там
будет это записано в уравнении. Да? То есть, соответственно, у нас каждая из этих коэффициентов c1 и c2, он есть функция k. Правильно? Да? То есть мы же его можем здесь поставить, эту k, да, сюда, t от k, он будет функцией k. И таким образом мы можем проследить изменения, да, вклада различных орбиталей по зоне Брильюэна. То есть оно будет не везде однородно, да, то есть у нас смесь, ну, как бы смесь будет не везде однородна. Где-то будет преобладать C1, и там больше будет C1, больше C2, какая-то между ними будет игра, когда вы будете двигаться по зоне Брильюэна. И это важный элемент анализа зонной структуры уже реальных систем, да, то есть когда вы построили, ну, допустим, взяли какое-то вещество реально, рассчитали его зонную структуру, да, ну и, допустим, вам надо понять, ну, там, есть у вас, допустим, какое-то направление, там, не знаю, АВ, да, и в нем, допустим, там, три зоны пересекают уровень Ферми, да? То есть это у вас уровень Ферми, да? Всегда возникает вопрос, а какие, собственно, зоны-то? Понятно, что они не чистые. В том смысле, что, ну, в том смысле, в котором я говорил, вопрос в том, какой преобладающий вклад, да, в этих зонах. Там, допустим, каких орбиталей? Или орбиталей какой симметрии, да, если мы говорим на языке кубических гармоник, да, с этими всеми гантельками, плюсиками, минусиками, да, то можно выделить какой-то преобладающий вклад. Либо, если преобладающий вклад не удается выделить, можно говорить о том, что это гибридная орбиталь. Но тоже у нее все равно будет симметрия. Допустим, что, допустим, орбиталь точно состоящая из двух орбиталей. Да? Такой симметрии и другой симметрии. Ну, грубо говоря, симметрии складывает и получает какой-то, значит. Все равно можно говорить о симметрии уже вот этой гибридной орбитали. Да? Вот для этого, собственно, и рассматриваются вот эти вот как функция k. Сейчас в случае сильной дегенерации посмотрим. Значит, это в случае. Тогда давайте запишите. Найти c1 и c2 как функцию k. Тут ничего такого сложного нету. Все это делается это. Говоря математики. Быстро. C1 и C2 как функцию k. Но там, правда, надо это плюс-минус, да? То есть у вас для обеих зон, да? Ну и тогда вы сможете построить, да, соответственно, там, здесь вот график, k пространство, да, а здесь у вас эти c, ну, как функция k. Ну и как он, и посмотреть просто, да, допустим, где у вас там, кто у вас и как будет вести себя на краях зоны Брильюэна, да, c1, c2, да, кого больше, кого меньше, кого больше, меньше в середине, в центре и так далее, да. Ну, то есть какой-то график можно просто построить каждый из зон, да, c плюс, c минус, минус. C это у нас от k зависит под, ну, t от k зависит. T от k зависит, да. T от k зависит у нас. T это t на косинус. T на косинус. А там достаточно такая будет прозрачная зависимость. То есть, по краям зоны Брюлена она будет, c1 будет, допустим, единица, c2 0 строго, а в середине они как-то будут перемешиваться, но c1 будет преобладать. Потом опять c1 станет с другой стороны. Ну, то есть она такая интуитивно понятна, что здесь они чистые, да, состояния, там, допустим, гамма-точки. Сюда небольшое перемешивание, а по краям тоже небольшое, а в середине какое-то. Да? Потому что у нас где там
Такой симметричной точки. Это граница зоны проявления и центр зоны проявления. Так, сильная гибридизация. Второй параметр я записал. Значит, такая у нас малая величина, но, соответственно, раскрывая наш корень квадратный, мы получаем с вами Е1 плюс Е2 пополам, плюс минус Т, минус плюс 1/2, Е1 минус Е2 в квадрате, да, на 4Т в квадрате. Значит, ну смотрим, если у нас этой поправки нету, то тогда то у нас в чистом виде задачка получается как вулкан, да, просто расщепилась, да, на гибридизацию туда-сюда. Ну, соответственно, если мы выпишем теперь наши вектора, собственное значение понятно, собственно вектора давайте напишем. С1 плюс такой, опять у нас такая большая-большая дробь с большим-большим корнем внизу. Значит, это единица плюс, Е2 минус Е1, пополам, минус Т, минус Т. Еще раз поднимите это все на Т, все это комитет в квадрате. Плюс только, извините, кто тут плюс, да? Ну а С2 плюсом, соответственно, будет все то же самое. Только будет единица плюс, будет Т, деленное на вот эту штуку на Т, да, и пополам минус Т, плюс 1/8. Давайте попытаемся проанализировать. Да. Значит, у нас эта величина много меньше единицы. Да. У нас, соответственно, получается, что если мы пренебрегаем вот этими поправками, да, здесь остается фактически минус единица в квадрате. Да. И тут минус единица, да, то есть это порядка единица на корень из 2. Да. И эта штука тоже порядка единицы на корень из 2, как видно, да? Но опять же, мы здесь рассматриваем с вами гамма-точки. Гамма-точки, да? То есть, ну, в чистом виде, как мы с вами когда-то там писали методе Лукао, да? Когда просто рассматривали два уровня, да? Здесь у нас еще как бы есть периодичность, там мы рассматривали просто два уровня. У вас получается, что в гамма-точке у вас и первая, и вторая орбитали, они имеют одинаковый вклад. Да? То есть, если мы сейчас попытаемся построить с вами соответствующую дисперсию. Если попытаемся построить, у нас будет картинка такая. Ну, исходно у нас что было? Да? Исходно у нас был косинус, ну как выглядит, как-то так, да. Значит, а за счет удвоения у нас появился
Второй косинус, да. Так. Значит, это у нас ЕК. К. Значит, это у нас спина. R, вернее. Спина, да. Ну и как мы там с вами обсуждали в какой-то момент, да. У нас вот здесь возникают эти вырожденные точки, да. Спина бывает. Возникают эти выраженные точки в сокращенной зоне Брюллиена, сокращенной, уменьшенной зоне Брюллиена, да? И при этом у нас, значит, еще происходит с вами, здесь еще происходит и, значит, эти пунктированные рисуем, да? Что же вам поздно рисовать пунктиром? У вас происходит, что? У вас происходит снятие вырождения происходит, да, в этих точках за счет того, что у вас вот это есть E1, E2 не равны, да, E1, E2 не равны, то есть у вас здесь снимется вырождение, вот у вас получится какая-то вот такая вот зона, да. Причем величина этой щели, да, она как раз будет определяться, грубо говоря, пропорционально E1 минус E2. Да, пропорционально E1 минус E2. Если у вас E1 будет равно E2, да, то будет просто вырождение в чистом виде. Да? Ну, можете везде подставить, да, куда угодно. Собственное значение или собственные вектора. Если E1 равно E2, то у вас получается вырождение. Ну, можно здесь, да, продлить, как бы. Вот такие получаются какие-то картинки. Соответственно, в гамма-точке будет интересно, да, то есть несмотря на то, что у вас они достаточно сильно разнесены по энергии, да, в гамма-точке, это зона, да, тем не менее, в окрестности гамма-точки, да, где-то тут в окрестности гамма-точки у вас вклад от различных орбиталей, да, первый и второй будет одинаков, правильно, потому что вот порядка единицы на корень из двух. Ну а как-то он будет меняться. Здесь он будет какой-то произвольный. Здесь в основном будет вклад от одной орбитали, здесь только от другой. А опять на краю зоны Брюллиена у вас опять 50 на 50 должно быть. Ну, опять типа приближаться к единице на корень. Ну вот задачка. Можете попробовать построить вот эти вот. С там 1,2 как функцию k. Значит, как это выглядит технически, да, в зонных расчетах? То есть вы делаете что? Вот у вас есть какой-то, ну, давайте, практические, да, аспекты анализа состава зон, да, там орбитального состава зон. То есть вот у вас что происходит? Вот у вас есть какой-то гамильтониан, да, в орбитальном пространстве. Тут у вас какие-то орбитали, там, один там, да, может быть много достаточно. И в эту сторону у вас также, да.
Так? Дальше вопрос. Вам, да, здесь, соответственно, какие-то вектора, да? Ну, вектор C1, там, CN, да, да? C1, CN. Соответственно, как понять, какая деталь, да, там, где преобладает? То есть понятно, что это у вас еще все зависит от К, да? То есть это у вас зависит от К, и все коэффициенты. Сама матрица Гамильтониана, да, она тоже, так сказать, в каждой каточке своя. Так? Ну и для каждой там, в каждой каточке вы получаете свой набор собственных значений. Дальше как у вас выглядят зоны? Значит, вот у вас, допустим, вот уровень Ферми, да, вот у вас ваша энергия, да, и от К, вот К. Тут какие-то, ну, какое-то направление, ну, условно назовем его от А до Б, да, в кавычках. Потому что есть симметрии, где А и Б это стандартное обозначение. Ну, условно назовем. Да. Значит, что у вас получается? Смотрите. Вы определяете матрицу Гамильтониана в том базисе, в котором вы считаете. Как мы с вами говорили, да, что надо знать вид потенциала и базис, в котором мы считаем. Да? Как только вы задались базисом, вы можете определить матрицу Гамильтониана, так, и задаете ее в каждой каточке. В каждой каточке вы ее диагонализуете, и у вас что получается? То есть вы идете, вот у вас какая-то сетка по каточкам, да? Вот у вас там n штук зон. Что у вас получается? Вот вы встали в точку гамма, да? Там, точка гамма. И получаете n штук собственных значений, да, ну каких-то, да. Так, то есть у вас там C1, C1, E1, E1. Значит, дальше встаете в следующую каточку, получаете какой-то другой набор собственных значений, тоже n штук. В следующей каточке еще набор значений получаете, так. Тут еще набор значений получаете. И так далее. А дальше вы эти точки должны соединить как-то, да, каким-то образом. Правильно? Ну, то есть у вас картинка получится буквально следующая. То есть вы нашли набор собственных, да, набор собственных значений в каждой К-точке, пройдя по симметричному направлению какому-то зоны Брюллера. Так ли? Да? То есть вот что у вас происходит. И вы в каждую К-точку. А дальше вопрос. Мы же привыкли видеть какую-то зону, ну такую, грубо говоря, сплошную, да, то есть мы там соединяем эту точку с этой, там, с этой точкой, там, с этой, с этой, с этой. Да? Вопрос, как их вообще соединить на самом деле, да? Более того, может быть случай не такой, достаточно запутанный. Смотрите, у вас вот эта зона, да, какая-то вот идет зона, да. Ну, как-то вот вы соединили эти точки, а ей тут навстречу идет другая зона. Да? Ну, как-то там, да? Пусть они даже здесь где-то вырождены. Где-то они тут вот должны как-то так встретиться, да? То есть, если у вас случай слабой гибридизации, да, то щель вот здесь будет маленькая между ними, да? И они сохранят свой характер. Это немножко сюда завернет, это сюда завернет, да? Если сильная гибридизация, то смотрите, что произойдет. Это у вас вообще вот так может уйти, а эта зона, она вот так вот может уйти. То есть дальше получается хитро. Смотрите, у вас была вот зона, да, вот эта вот. А реально на рисунке выглядит, как будто вот зона. На самом деле это не так, да? Понимаете, о чем я говорю? Ну вот смотрите, у вас была вот ваша зона, которую вы ищете, да? Вот с ней зона пересекается, да? Вот у вас возникает слабая гибридизация, ну, да, здесь. И линию, программу, да, у вас построят вот такую. Угу. Это не значит, что это одна зона. Угу. Это значит, что у вас просто здесь произошла слабая гибридизация, а на самом деле зона, она вот такая, да? То есть вот эти куски дисперсии, они обладают одинаковой симметрией, а эти куски дисперсии, они обладают другой симметрией.
и другим орбитальным составом. Просто они слабо гибридизуются. Или вообще не гибридизуются. Могут быть такие варианты, когда по симметрии просто гибридизация запрещена, тогда они пересекаются, ну, просто крестом и все. Там никаких нету. Вот. А в случае сильной гибридизации, эта дырка, она может быть очень большая, вообще может быть непонятно. У вас получается, видите, сперва был один орбитальный состав, видите, он до сюда, до куда-то дошел, да? Потом вот этот орбитальный состав, он продолжится только здесь, да? А сама кривулина завернула вот сюда, да? А эта орбиталь, она вообще, видите, из трех, вот эта как бы линия, она вообще из трех кусков получается состоит. Это был один орбитальный состав, тут другой орбитальный состав, а это еще чей-то орбитальный состав. Понимаете? Вот. И для того, чтобы проследить, что вообще во что переходит, потому что вот эти дырки, они могут быть достаточно большими, 2 вольта, 3 вольта. Mm-hmm. То есть у вас, и кажется-то на самом деле, что тут кусок один, тут другой кусок. Да, там может быть вот такой случай в тех же купратах. Ну, мы это посмотрим. Да, там так получается. Вот это вот орбиталь, которая x квадрат минус y квадрат, да, ну там гамма, 0 пи-пи. Гамма, да, она как бы выглядит вот таким каким-то образом, да, то есть она здесь как-то идет сюда, сюда, и вот так, ну, двумерная, что-то второстепенная, она действительно так и выглядит в расчете, да, а если вы посмотрите на нее как бы реально, то получится, что здесь вот где-то проходят кислородные еще зоны, и получается, что у вас вот этот вот кусок, он вот так вот идет, а потом раз, и вот сюда уходит, вот так вот, и этот куда-то сюда вот так вот уходит, да, а здесь ничего нету, здесь просто дырка сквозная такая, а он тут с кислородом перемешался, который достаточно слабо диспергирует, и от нее кусок вот здесь остался, то есть казалось бы, да, вот она вроде зона, но если вы вычислите для нее эффективные параметры, да, у вас же ширина зоны чем определяется? Параметром перископа, да? Ну, 8-то, грубо говоря, да, для двумерной системы. Вот. То окажется, что все совсем не то вы посчитаете. Потому что на самом деле вот здесь эти кусочки, они достаточно далеко будут. Ну, тут вольта 3 дырка. Так, ну, как бы навскидку, то кажется, что это вообще не принадлежит. Как его? Кусочек не принадлежит этой орбитали, этой симметрии, да? На самом деле, если его не учитывать, получается некорректное описание. Вот в этот момент вот эти вот цены от Кай нужны, да? То есть вы берете собственный вектор, ну и, грубо говоря, умножаете на какой-то проекционный оператор, который вам выделит состояние, ну, заданной симметрии. То есть вы хотите увидеть, где у вас там какие-то цииты, да, цииты орбитальные. Где у вас проходит, да? Вы должны взять собственный вектор, умножить на какой-то проекционный оператор, да, то есть вектор С, умножается на какой-то, вернее, проекционный оператор, да, то есть из этих орбиталей, как их назовем, то есть альфа, бета, да, проекционный оператор умножается вот на вектор, собственный вектор С. Да? И он вам получается, эта конструкция вам вырежет только те вклады, той симметрии, которые вам интересны. Да? Только вклады той симметрии, которые вам интересны. А именно, то есть вы хотите, вот у вас орбиталь, да? Вот вы ее взяли, циита. В гамма-точке все понятно. Вот она, да. Дальше вот у вас идет характер, вот этот вот здесь идет. Да? После этого он вот сюда переходит. И чтобы вот это отследить, дальше вот здесь так вот строится в каждой каточке. Цииты в квадрате строятся. Вот так вот. В таком варианте. Да, вот в качестве вот такой вот штуки. Да? Величина цииты в квадрате в каждой точке, в каждой каточке. И вот у вас получается, что здесь это большой, большой вклад, большой вклад, большой вклад, да. Здесь вот так большой вклад, а здесь и вот сюда пошел этот большой вклад. Да?
получается такая широкая блямба, да, уходящая вот сюда. Вот вы по этой ширине и отслеживаете, да, в то время как понятно, что вырезав нужную симметрию, орбиталь этой симметрии будет давать вклады в другие зоны. Она здесь будет, только будет малюсенькая, совсем малюсенькая, она будет еле-еле, душа в теле, да. Толщина ее будет малюсенькая-малюсенькая, потом и вовсе пропадет, да, допустим. А в этих, может, в каких-то зонах ее вообще может не быть, да. Здесь вот малюсенький вклад, а тут вот большой вклад. Вот вы и проследили ваш характер, да. Ну и здесь вот увидите, что вот это вот будет жирное, 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 да. Ну и тут будет кусок жира. Так вот. А эти все они. Вот такие штуки, эти жирные зоны, они называются в литературе fat bands. Fat bands, ну, дословно жирные зоны, fat только с буквой Т, в смысле fat жир. Ну, уж не знаю, как сказать, в русском варианте, да, какие там эти зоны, да. Ну, вот так вот можно по достаточно сложной зонной структуре проследить характер соответствующих орбиталей. Ну, что значит характер? Здесь имеется в виду орбитальный состав, да, какой-то зоны, да, куда здесь и что идет. Потому что картина, ну, сидели на защите, видели, что там зонные структуры, они достаточно сложны. И в этом всем винегрете, этих макарон, понимаете, разобраться достаточно сложно. И вот один, так сказать, наиболее важный способ анализа, как раз он именно то, что вы строите вот эти вот циркаты, да, соответствующим образом. Рисуете их и просто прослеживаете, где какой симметрии вклад, в каком куске зоны проявляем. Ну, с этим закончим. Значит, вот построить эти. То есть, по идее, как бы здесь получается, что вот у нас здесь они там будет порядка там 1/2, да, квадрат, да, там здесь порядка 1/2. Здесь будет уменьшаться, да, вклады разных зон. А здесь опять будет по 1/2. Ну, когда вот вы построите ЦРК, то увидите, что у них соответствующий опыт. Давайте здесь, значит, немножечко методы, так сказать, анализа, методы анализа зонной структуры. То есть, вот смотрите, мы с вами начали с определений, да, потом посмотрели как бы водородоподобный атом, потом из этого водородоподобного атома строить кристаллы, ну, там, в виде цепочек или квадратных решеток. Посмотрели методы, которые позволяют записать матричную там, форму галентиниана. Записать соответствующие собственные значения, да, дисперсии. И теперь переходим к методам анализа этих дисперсий. Когда вы уже, допустим, все это построили, получился у вас какой-то там, может быть, очень сложно, не обязательно дверь, да, может быть, очень сложно. И дальше вопрос, как бы, ну, как это теперь анализировать. Теперь мы переходим к таким методам, к некоторым методам анализа. Вот этот вот метод простецкий, да, то есть вот вы построили, допустим, сложную зонную структуру,
построили вот эти фэтбэнсы, да, посмотрели, видите, что вот у вас в этой точке, допустим, сходятся две зоны. Дальше смотрите, слабая или сильная гибридизация. Ну там явно видно, что все остальные мало вкладывают. Да? Тогда вы можете говорить об некоторой эффективной двузонной модели. Вытащить ее параметры, воспользоваться этим вот галентинианом 2 на 2, который мы с вами рисовали, да, подставить туда и получить эти зоны, ну и дальше с ними что-то делать. Ну, например, что там в блюде, там ваше, там, то, что вам рассказывал Михаил Димович, там, БКШ, вам нужна плотность состояний, да, там, на уровне Ферми, нужны как бы орбитали, которые обеспечивают ее на уровне Ферми. Вот вытаскиваете эту двузонную модель, смотрите, как будет меняться, допустим, плотность состояния, уже как функция параметра двузонной модели, ну и, естественно, смотрите, как у вас это влияет, допустим, на сверхпроводимость. Ну так, часто такой анализ применяется, это самое простое, что можно сделать. Вы не говорите о том, какова там микроскопическая природа спаривания, да, и так далее. Просто вопрос о том, что, допустим, а параметры этой модели, ну, связываете там с чем-нибудь, например, с давлением. То есть вы давите на кристалл, да, что у вас атомы ближе, гибридизация сильнее, буква Т растет, да. Можно говорить об одноосном сжатии, можно говорить там гидростатическое, так сказать, со всех сторон одинаково и так далее. Ну вот и вы привязываете, как у вас, допустим, под давлением будет меняться температура сверхпроводящего перехода. То есть вот из этого винегрета выбрали две необходимые вам зоны. У вас есть четкая модель, да? Ну, дальше смотрите изменения параметров, функцию давления и температуры сверхпроводящего перехода, соответственно, функцию давления, ну или функцию плотности состояний полной, да, на уровне Ферми, которая есть функция давления. Ну понятно, да? Вот такие, ну, один из способов применения их, там, масса всевозможных, да, там, термодинамические свойства, у вас же везде стоит, там, всегда вы писали некое Е от К, да, ну, если вы помните статфизику, да, у вас всегда там все буквы более-менее известны, кроме буквы Е от К, и говорилось всегда, что, ну, Е от К это какие-то квантовые состояния. Ну какие квантовые состояния? Ну вот, например, опять же, смотрите на конкретную структуру. Как правило, удается выделить несколько зон самых важных. Ну тогда эти Е от К и будут, собственно, значениями для этих зон там, или для одной зоны. Ну и дальше вы можете уже какие-то термодинамические смотреть параметры. Теплоемкость там, энтропию хуже. Вина неизмеряемая величина, да, обычно смотрят теплоемкость, как термодинамический параметр, да, намагниченность какая-нибудь, еще что-нибудь такое. Но уже исходя из микроскопики, да, там полную энергию и так далее. Вот. Вот. Но это если встает вопрос уже для конкретных каких-то систем. Если для вопроса не встает, то там может быть задача поставлена следующим образом. Там, не знаю, теплоемкость там на квадратной решетке просто. Ну, взяли дисперсию квадратной решетки, посчитали, собственно, значение, там засунули в соответствующее уравнение. Ну, получили. Да. Ну, нашли полную энергию системы, из полной энергии нашли теплоемкость. Ну, так грубо говоря. Конечно, не так все просто, вам еще надо будет задать, какая модель фанонов у вас. Ну, допустим, тибаевские фаноны. Все. Вот тогда у вас будет там вклад в полную энергию электронный, фанонный. Все это дело там, потом это все дифференцируете, получаете теплоемкость. Но это будет чисто модельно, да? Можно куда аналитику наводить. Если хотите привязаться к каким-то системам, ну надо где-то букву Т и Е брать. Ну, например, вот из зонных расчетов. Ну вот так вот. Значит, перерыв, да. На сколько времени вообще? Час 40. Напечатал 1000 экземпляров. Ну. А это в границу тебя. С тебя попросят еще там 100. Ты еще напечатал.
Ясно. Ну давайте. Что-то еще. Сейчас мы с вами посмотрим. Типы орбитальных перекрытий. Значит, ну о чем здесь речь идет? Собственно, о том, о чем говорили в химии. Да? Даже в школе еще. Ну не знаю, сейчас какие-то учебники. Так, в случае, когда у нас была химия в каком-то там классе, в седьмом или шестом, типа перекрытий были нарисованы на первой странице, на развороте этой книжки. Ну, открываешь как-то, да? Между обложкой и телом были какие-то две картинки. Правда, конечно. Там еще и были интересно, там были слова еще про волновую функцию. Я всегда ученицу химии спрашивал, а что такое волновая функция? Она говорит, что она округляла глаза, говорит, учиться уже. Ну, название, да? SS-сигма, SP-сигма. Это как бы стандартный такой язык, да? Стандартный язык этих названий. Я просто рисую примеры. DD сигма. Да. DD сигма. DD сигма, да. SD сигма, да. Так они и обозначаются, так и пишется в литературе, там прямо так и пишется, что трали-вали. Интеграл перекрытия SS-сигма равен там 1.5 вольта. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Или могут вообще написать, там могут написать, допустим, T SS-сигма там 1.5 там электрон-вольта. Могут просто написать SS-сигма там равняется 1.5 электрон-вольта. Ну такой-то язык некий принятый как бы. Ну, второй тип это у нас P-перекрытие. Это у нас уже когда две лопасти да, задействованы. Это у нас PP. DDP. Ну, здесь мы не рассматриваем с вами варианты с F-орбиталями, там может быть и более сложные всякие конфигурации, ну, черт с ним. Дельта-перекрытие. Дельта-перекрытие, оно как бы вот такое. Да, то есть. Дельта-дельта. Ну, смотрите, мы с вами могу вам ради разминки задать домой вот такую вот задачку. Мы ее потом в классе будем разбирать. Может быть, попробовать. Она достаточно просто решается. Значит, задачка такая, построить. Чего, как там? Дельта. Дельта. Что построить? А, ну такой допиши. Я допишу. Вот, напиши, что ты. Так, ПД, ПДП. Не, ну допиши, что дергаться-то. Мы же никуда не падаем. Это ДД дельта. А что там кто перекрывается-то с кем? Ну это вот так они перекрываются. А, при...
прям всеми, да, понял. Ну, всеми четырьмя вот так вот, да? То есть там они либо так, либо так, да? А тут они вот так вот. Да, построить дисперсию. Это уже орбитали. Орбитали. Простой. Простой кубической решетки. Решетки с учетом ближайших соседей. С учетом. Ну как? Ближайших соседей. Все, ваша задача, в принципе, вы готовы ее решить, да? В принципе, вы готовы ее решить. Что такое Т2Ж, вы знаете, какие орбитали входят в Т2Ж и сколько их штук, вы тоже знаете. Соответственно, что такое простая кубическая решетка, знаете, что такое ближайшие соседи, знаете. Там у вас будет три типа перекрытий. Будет DDP, DD Sigma и DD Delta. Ну и ход-то можно назвать там соответствующими названиями, да? Ну и все. Соответственно, что тут говорится. Попробуйте разобраться. То есть у вас получается на каждом узле три орбитали. Да? Вот между ними какая-то жизнь там идет. Да, ну это мы будем как бы в классе разбирать. А вы попробуйте, я просто, знаете, разобрать-то в классе эти конгрессы, знаете. В одну руку влетело, в другую вылетело. Если вы дома поковыряетесь, и потом еще в классе как бы недостающие нюансы, да спросите, да, или увидите. Это одно дело. А если вы просто отксерокопировали доску, понимаете, это уже. Значит, опять же, возвращаясь к вопросу, нафига это вообще все? Понимаете? Ну вот умение построить вот этот вот гамильтониан в приближении сильной связи и найти соответствующую ему дисперсию, это очень важно. Да? Только вы начинаете заниматься физикой этого твердого тела. Это достаточно важно, потому что все модельные задачки, они так или иначе используют какие-то затравочные дисперсии. И умение построить, как это говорят, тайтбандинг, да? Тайтбандинг — это сильная связь. Тайт. Тесная. Сильная связь, тайтбандинг. Как говорят, умение построить тайтбандинг, да, это очень неплохо. То есть просто вы садитесь, рисуете вот эти вот орбитальки, соответствующие кристаллической структуре, да, ну вот уже задачку я вам задал, да. Вы садитесь, на бумажечке их рисуете, смотрите, кто с кем как перекрывается, и быстренько выписываете тайтбандинг. Может быть очень сложно, но в конечном итоге что-то все равно так или иначе выкристаллизовывается из этого. И вот эта вот минимальная моделька, да, то есть, ну, там, мы любую берем, там вот затравочная плотность, затравочная дисперсия, да, в этой модели, да. Какие-нибудь там где. Вон там фаноны, да. В фанонах там своя, значит, затравочная дисперсия и так далее. Там, в термодинамике там опять своя дисперсия есть, да, ну, обсуждать. Где-то же надо брать. И это важный навык, такой просто практический, как бы, да, то есть там вполне важно. Давайте параметр там 12. Назовем его каноническая зона структура. Это там
значит, это по работе. Андерсен. Компания, да. Израф. 17. Ну вот, исходя из таких общих достаточно соображений, удалось людям вычислить некоторые, скажем так, соотношения между вот этими параметрами, да, да, вот. PDP там тролливали, это все, да, ну давайте их запишем. Значит, PP сигма, PP, да, это корень из 3 к 1, PD сигма, PDP, PDP, корень из 3 к 1. И вот такая вот еще интересная DD сигма. Это отношения, как они перекрываются, что ли? А сейчас объясню. DD дельта. DD дельта. 6, 4, 1. 6, 4, 1. Вот смотрите, у вас, допустим, вот домой я вам дал задачку. Там возникает как минимум три параметра у вас, да? DD сигма, DD пи и DD дельта, да? Вопрос. Можно ли как бы уменьшить количество параметров в системе, да? Ну иногда можно. Просто пользуйтесь вот этим соотношением. Оно, в общем, практически универсально. Ну, как бы зная один параметр, эти вы просто находите, да. Ну понятно, да, о чем я говорю. Ну и тут. Но, с другой стороны, из этого опять же следует, что самая сильная связь — это связь типа сигма. Да? Она у вас фактически все время почти в два раза больше, да, чем все остальное. Да, пи вторая по силе, дельта самая слабая. Да? То есть это тоже важно как бы понимать, что если у вас где-то есть S-связь, да, то она будет, в общем, все давить. Сигма-связь будет у вас доминирующей. Mm-hmm. Это отношение энергии и связи получается, да, или? Не совсем, я бы не называл это энергией связи, соответствующих величин интегралов вот этих вот, интегралов перископа. Это же у вас фактически интеграл перископа. Mm-hmm. Что такое dd сигма, да, dd сигма? Это у вас есть просто некий интеграл там между там d какой-то орбиталью B1, расположенной там в точке R1, дальше гамильтониан, да, ну и орбиталь там, там D2, там, расположенная в точке R2. Вот что это такое. Так. Интеграл перекрытия соответствующий. Интеграл переноса соответствующий. Так. Это вот соотношение этих вот интегралов переноса. То есть если у вас, грубо говоря, есть две орбитали, да, на узле, ну, допустим, есть орбиталь x квадрат минус y квадрат, да, ну и здесь такая же орбиталь, да, и тут же на узле у вас есть еще, ну, допустим, штрихом нарисую, да, орбиталь xy, да, тоже в плоскости лежащие, идут xy. Понятно, что эти будут перекрываться по пи типу, да, а эти будут перекрываться по сигма. Ну, понятно, что это будет преобладающее перекрытие. Тогда, может быть, удастся этим перекрытием пренебречь. То есть можно посмотреть, насколько оно важно вообще. Да? Если оно там дает поправку в 0,1 вольта ко всему прочему, понимаете, ну, как говорится, что загромождать.
Если она существенную роль сыграет, ну то да. Но аргументы для того, чтобы пренебречь, вот они. Да? Ну это вот просто из вот этого вот в этой работе, которую я вам сказал, можете посмотреть, и она в открытом принципе доступе есть. Они в базисе, ну, в методе Коринга Коннора-Стокера, да, вот, довели до числа, грубо говоря, да, то есть они довели до числа и нашли вот эти некие универсальные законы в соотношении этих интегралов переноса, которые я только что сказал. Еще интересно, они нашли, ну это все вещи связанные, да, то есть вопрос можно поставить, почему сигма связь самая сильная, то собственно говоря, чем она, там вроде одной, да, пучностью пересекаются, в тире двумя, в дельте вообще четырьмя. Дельта должна быть в 4 раза пучнее, как бы, да. Но оказывается, здесь там они показали в этой же работе, что вот этот интеграл переноса, как функция расстояния между этими двумя узлами, да, он бывает как единица на R, PP, сигма, бывает как единица на R в кубе, D2 сигма. Тоже единица на F в кубе, а единица на F в пятой. Допустим, у нас D сигма, как единица на F в кубе, тоже бывает. Так, а что это странно с нимбусом? Да, а все остальные, если вы посмотрите эту работу, это все только для сигмы, да, перекрытие. То есть СС перекрытие, оно самое дальнодействующее, да, получается. Где оно как бы слабо падает, да. Эти падают очень быстро, достаточно быстро. Соответственно, и величина этого интеграла при прочих равных, да, при равных расстояниях, это будет преобладать над этим, да, над этим и так далее. Остальные интегралы типа СП, СП там, какой-нибудь там, Пи там и так далее, они все убывают быстрее, чем эти интегралы. Я почему-то их не выписал, кстати, там. Странно, надо было выписать. Но они убывают быстрее, чем эти интегралы, соответственно. То есть, опять же, при прочих равных, да, вот у вас два атома сидят на каком-то расстоянии, да, и S будет дальнодействующий, сигма будет дальнодействующий, да, а P будет краткодействующий. То есть, чем они дальше, да, тем P, видите, насколько... Там он примерно так же относится, что там F5 в кубе, достаточно быстро они падают. И поэтому эти S-орбитали, поэтому сигма перекрытия, особенно между S-орбиталями, оно, в общем, на самом деле самое мощное. Да. Ну вот, то есть вот каноническая тазонная структура, да, ну так она была названа, статья там canonical bone structure там, там. И она так в литературе и ходит до сих пор, и между людьми она так называется. То есть она не... Не в том смысле, что она какая-то там... Как сказать... Абсолютно универсальная, да? Но, тем не менее, некоторые общие моменты вот людям удалось найти, да, анализируя просто зонную структуру, ну, вот, в рамках... В рамках зонных методов. Причем именно ценность, что не для какого-то конкретного там соединения, а именно какую-то общую концепцию. Что... Вот. Еще один важный инструмент анализа. Это интегралы. Интегралы Костера-Слеттера.
который слэкал. Это значит у вас. Физру В. 94. 1458-1954. Ну это том страница. Вот тоже видим достаточно давно удалось на этот этажом нанести здесь. Дать некий инструмент тоже для анализа зонной структуры. Значит, ну как я вам говорил, что вот этот интеграл, да, переноса, как функция второго расстояния, да, это у вас есть, да, просто интеграл какой-то зоны там лентая, да, между вот такой орбиталью, да. Дальше будет имя, ну, соответственно, там, лента от R, лента R, минус R, да? Да? Это мы только что с вами записывали, да? То есть это, а здесь мы говорим, ну, здесь вводится такой термин, что у нас двухцентровое приближение, что мы рассматриваем только две орбитали, да? В принципе, можно там, наверное, рассматривать более сложные процессы, когда у вас. Но они же близко все атомы, да, могут и три перекрываться. Естественно, будет какой-то, ну, и так далее. Ну вот, если двухцентровое приближение называется иногда, но чаще всего даже не упоминается, потому что ты понимаешь, что все остальное настолько уже сложно и запутано, что этим уже никто никогда не пользуется. Но, во всяком случае, я ни разу не видел. Вот, двухцентровое приближение, да? И вот Костер и Слэттер, они, то есть их прелесть, их работа заключается в том, что они рассмотрели изменение вот этого интеграла переноса вот в такой вот задачке, да? Вот давайте представим себе. Вот у вас, допустим, были две p-орбитали, да? Две p-орбитали, да? Вот они расположены вот так вот как-то, да? Вот у вас центр, да, между ними. Теперь представьте, что вот эта орбиталь, она вот сюда сместилась, да, на некий угол фи. Так, некий угол фи. То есть у вас здесь что было? У вас было PP сигма перекрытие, да? PP сигма перекрытие, правильно? А здесь у вас будет оба перекрытия, да? Смотрите. У вас как бы можно представить, что эта пучность смотрит только на эту, а можно представить, что и эти две, как бы, да. То есть у вас уже будет, ну, грубо говоря, альфа на PP сигма плюс бета на PP пи. Да? То есть у вас привлечено, ну, это альфа и бета, они уже будут зависеть, соответственно, от этого угла фи, да, эти коэффициенты. Так вот, Костер и Слэттер, они фактически от R, да, и как функцию еще и, да, как функцию альфа, да, только функцию этого угла фи, да, функцию угла фи. То есть ему удалось создать некий универсальный способ, в котором они вычислили изменение величины интеграла, да, переноса вот при таком взаимном, да, сдвиге. Что это значит за взаимный сдвиг? Это значит, что у вас теперь есть линейная комбинация перекрытий, да? Здесь будет только сигма, когда вы будете сверху,
да, 90 градусов, да, ну, будет только пи, а в промежутке у вас какая-то линейная комбинация, да, смесь какая-то перекрытий таких и таких. Так вот, им удалось для всех орбиталей в этой вот статье, о которой говорю, там приведена таблица этих вот интегралов Костера-Слетера, которая говорит о том, как в простой кубической, ну там для разных систем, но наиболее полная для простой кубической решетки будет выглядеть интеграл переноса, да, если мы вот как бы осуществляем. Но эта задачка плоская, да, если у вас, допустим, d-орбиталь, тогда у вас задачка становится еще и не плоская, потому что она у вас может как бы повернуться в этом, да, в плоскости, и еще из плоскости выйти. У вас будет одновременно все сразу, сигма, и пи, и дельта. Да, вот вопрос как бы. Значит, вот как выглядит эта, значит, штука. Ну, вот они пишут, что, допустим, вот это вот у вас орбиталь PX, да, это тоже орбиталь PX. Такой интеграл у них называется EXX, EXX, и он A квадрат, PP сигма плюс M квадрат, PP, да, где L и M, это направляющие косинусы, да? Направляющие косинусы. Направляющие косинусы, задающие направление, да, грубо говоря, от фи n к фи n. Да? Ну, то есть вот это направление задающее, да? Ну, понятно, что в плоском случае тут все просто, да, то есть у вас это должно быть косинусом, да, ну, да, а это должно быть синусом. Да? Ну или другими словами, у вас получится, что, значит, это у вас L квадрат — это косинус, а фи m квадрат — это синус фи. Ну и, естественно, единица минус там m квадрат — это m квадрат. Вот. Ну и тогда понятно, значит, все становится, да, то есть у вас раз, потом пошла смесь, да, потом стало опять, потом еще опять смесь, и так далее. Да, когда мы с вами, тоже рекомендую вам, мы это дома порассматриваем, но теперь вы обладаете всеми знаниями, тоже рекомендую с вами вам ответить на вопрос, когда мы рассматривали расщепление D-уровня в поле октаэдра, да, если вы помните, у нас там получилось два уровня, да. Один трехкратно вырожденный, который Т2Ж, да, и один двукратно вырожденный, да, который ЕЖ. Так? Но без ответа остался вопрос, какой из них по энергии выше, какой ниже. Какой выше, какой ниже. Вот вы себе можете теперь на этот вопрос ответить. То есть тоже попытайтесь на него себе ответить. Я вам сейчас скажу концепцию. Концепция ответа. Я вам сейчас. Ну, концепцию рассуждения я вам сейчас как бы назову. То есть вот вы берете D, орбиталь, да, вот у вас октаэдр, да? У вас, да. Вот октаэдр. Дальше вам надо брать каждую из орбиталей. Ну, давайте возьмем какую-то. Ну как-то оси надо. Да, как-то оси надо. Оси зададим следующим образом, что они должны смотреть на углы. Да, x там. Y, x. Естественно, это z. Да. Ну и теперь вам надо брать орбитали соответствующие. Да?
То есть тогда, а здесь надо представить, что у вас леганды, допустим, P орбитали, да? То есть у вас получается на каждом узле будет по 3 орбитали, да, PX, PY и PZ. И здесь тоже PX, PY и PZ. И дальше поочередно вам надо рассматривать соответствующие перекрытия. Да? Вот, например, берем орбиталь x квадрат минус y квадрат. Она у вас перекрывается с PX, с PY и PX, да, а с остальными не перекрывается вообще. Так ведь? Потому что с PZ она не будет перекрываться и так далее. Почему она перекрывается только с этими? Возьмите интеграл Костера-Слеттера. Возьмите интеграл Костера-Слеттера, он называется EX. Да, там x квадрат минус y квадрат. Да? И e, y, x квадрат минус y квадрат. Ну, вы увидите, значит, что там ez, допустим, да? X квадрат минус y квадрат. Вы увидите, да можно и так понять. Ну и в частности здесь, интеграл Костера-Слеттера, видно, что перекрытие будет только с этими орбиталями. Z не будет. Ну и так все перебираете. Z, берете эту орбиталь, которая 3z квадрат, да, у вас получается, что вот этот диск, он имеет сигма перекрытие с этими и сигма перекрытие с этими, да, z, z орбитали. Ну и так перебираете, и все. Соотношение между, значит, у вас что получается? У вас получается, вот где-то были состояния P, да, ваши. Вот ваше состояние D. Вот вы включили гибридизацию, как-то они у вас разъедутся. Так и да. Причем не просто как-то, а понятно, что один блок сильнее уедет, один слабее. Два блока у вас. Один Т2G симметрия, вторая ДЖ симметрия. Ну вы из симметрии получили, что других у вас просто не будет. Вопрос, какой дальше уедет? Ну, в смысле, от кислородов. Все, вот просто перебираете и смотрите. Ну там действительно надо. Оказывается, вполне все понятно. Какой с каким перекрывается, ну, можно просто попучностям представить. Но вот здесь сложно представить попучностям, да, потому что есть диск, есть эти хреновины, да, какая тут с какой. А интеграл соответствующий есть, там, E, там, X, допустим, 3Z квадрат минус R квадрат. Да. Все, берете в таблицу, посмотрели. Прикинули, под какими углами у вас какие орбитали стоят, соответствующие косинусы там учли, получили ответ. Ну, понятно, да? Ну да, только как располагаются вот эти орбитали-то, как я же 8 задал. Вот у вас Z, Y, X. Угу. Как располагаются? В вершинах у нас везде, в каждой вершине есть орбиталь своя. В каждой вершине у вас 3 орбитали. Просто здесь перекрывает, я написал только эти, потому что только с ними перекрывается, с другими не перекрывается. По идее, конечно, эта орбиталь, она будет еще и с такими перекрываться, да? Опять же вопрос, насколько сильно, да? Это что? Вопрос, насколько сильно, да? Ну, надо смотреть соответствующий... А почему я зачеркнул? Надо смотреть соответствующий интеграл перескока. Костера-Слеттера. Сравнивать силу, да, перекрытия x, 3z квадрат, y квадрат, и который будет ez, допустим, 3z квадрат, минус r квадрат. Сравнивать их силу. Что такое сила перекрытия? Ну, это вот этот определяет величину расщепления, правильно? Ну как, двухуровневые задачки. Ну все, вот вы тихонечко перебираете. Ну и получите ответ, что вообще. Там будет видно, что те, которые 3, они все одинаково перекрываются. И те, которые 2, они тоже одинаково перекрываются. Поэтому они по симметрии разделяются. Понятно? Те, которые 3, это что? Что значит? Ну, посмотрите, как у вас там расщепляется. Я же вас спросил, помните, как в октаэдре расщепляется до уровня? Ну, там на 2 расщепляется. На 2. Один трехкратно выраженный. Второй двукратно выражен. Mm-hmm. Если вы эти трехкратно, которые выражены, каждую из трех орбиталей нарисуете, посмотрите, как она гибридизуется, то выяснится, что она гибридизуется, несмотря на то, что орбитали разные, гибридизуются абсолютно одинаково. Mm-hmm. Ну, это очевидно, раз они по симметрии получились выраженные. Mm-hmm.
Значит, они гибридизоваться должны одинаково. Mm-hmm. Правильно? Ну и две, которые они тоже абсолютно одинаково гибридизуются. Ну, вот вы получите свой этот ответ. Посмотрите, это мы тоже. Это мы тоже в классе поразбираем, но опять же я говорю, что это просто такое. Ну, естественно, мы предполагаем, что октайдер у нас правильный. Да, октайдер. Ну, октайдер правильный. Да? Это можно все рассматривать и в искаженных вариантах. Да. Ну, сколько, да. Ну, сегодня еще такое. А, нет, тут еще не надо. Заначка. Все, параграф 14, да? Функции возьмем. Функция ВНГ, да? То есть у нас есть функция Блоха, да? Функция Блоха. Да, у нас есть функция Блоха. Для, скажем так, делокализованного, да, электрона. Ну или почти свободного электрона, да? Свободного электрона. И она у нас фактически нумеруется, да, волновой вектор. Но почему мы говорим, всегда возникает вопрос, часто говорят, что волновая функция нумеруется. Волновой вектор, понимаете? Ну, так режет немного, да, ухо. Ну вот мы сегодня с вами рассматривали, да. Мы же что делаем? Мы в каждой К-точке диагонализуем гамильтониан. Да, в каждой каточке. В каждой каточке получаем набор собственных значений и соответствующий им собственный вектор. Да, каждому собственному значению получаем собственный вектор еще. И получается, что мы можем действительно пронумеровать эти просто каточки на сетке на нашей зоне Брильвена. И нам будет не важно вообще какая это каточка. Как, какой КХ, какой КУ, какой КЗ, да. Понимаете, о чем? Ничего не важно. Ну, если это важно, но мы можем. Вот вы берете вашу зону Брильвена, да? Вот вы ее разбили как-то, задали сетку. Правильно? У вас зона Брильвена. Вот вы задали сетку вашу. И дальше вы вот эти вот каточки, которые попали в узлы сетки, вы их можете просто пронумеровать. Да. Правильно? И, ну, вы, конечно, когда подставляете конкретную каточку, там, это, и вычисляете гамильтониан в ней, конечно, вы подставляете конкретно КХ, КУ, КЗ. Но, по сути, вы все равно можете ее пронумеровать, да, и у вас будет, ну, просто там 25 точек, и все. И ничего другого не будет. Поэтому, действительно, волновая функция, она нумеруется просто этими каточками. Может, ну, в смысле. Да? Потому что вы здесь можете просто поставить К1, К2. Да, К1, К2 и так далее. Ну, вот. Так вот, можно сделать фугнетное образование для функции Блоха. Тогда получится некая функция, которая будет уже нумероваться у вас реального пространства, вектором трансляции в реальном пространстве, да. Пока степени к от пси к а. Почему я здесь запятую поставил? Здесь минус надо поставить. Минуса больше. То есть, ну что, что здесь происходит, да? То есть это у вас, значит, в чем прелесть этой функции, да? То есть она у вас в обратном пространстве, да, пронумерована. Значит, что если она, у вас электрон
не привязан к конкретному узлу, да, делополизован, то есть он может находиться в любой точке кристалла. Да? То есть, другими словами, вероятность найти его в любой точке кристалла, ну вот она будет как бы это. Причем подразумевается именно как бы бесконечный кристалл, да, без границ. Да, то есть, у вас получается электрон равномерно размазанный там, ну или почти равномерно размазанный по всему кристаллу, да, он ни к какому узлу не привязан. И, конечно, работать с таким объектом в реальном пространстве невозможно. Ну, кстати, это очень бесконечное число ячеек надо учесть элементарно, да, чтобы что-то, ну, чтобы хоть что-то задать, да, валовую функцию. И это не совсем хорошо. Поэтому переходят в обратное пространство, где у вас все сконцентрировано, за счет того, что в реальном пространстве у вас есть идеальная периодичность, нетрансляционная инвариантность, да, в обратном пространстве у вас все сконцентрировано в первой зоне Брюллиана. Вот вы номеруете этим вектором в первой зоне Брюллиана и так далее. Однако это не всегда удобно, да, и существуют варианты, когда у вас электрон достаточно сильно привязан к какому-то узлу. Да? Достаточно сильно привязан к какому-то узлу. И тогда получается наоборот, что функция Блоха для него, ну скажем, ее, конечно, ее можно найти, да, но она, так сказать, будет слабо пригодна, скажем так, для иллюстрации физического, да, смысла того, где электрон живет. Да? А вот функция Ванье в таком случае для локализованного электрона, она для иллюстрации становится хорошей. Да? То есть вот вы спрашиваете себя, допустим, вот у вас система, в которой вы знаете, что какие-то из электронов достаточно сильно привязаны к каким-то узлам. Да? Ну, например, там, смотрим, допустим, какую-то цепочку, да, рассмотрим. И, допустим, здесь у вас d-орбиталь, да, здесь p-орбиталь. Здесь 5D-орбиталь, да? Вот такую цепочку рассмотрим. Да? И пусть у вас вот этот вот перескок, да, перескок, он достаточно мал. Ну, по сравнению, там, скажем, с энергией взаимодействия, допустим, на этом узле, да? На D-орбиталь. Да, просто этот интеграл перескока, ну, достаточно мал. Вопрос. Поскольку электрону трудно прыгать, да, соответственно, он не очень ему выгодно будет далеко уходить, да. Тем более того, что интегралы перескока, да, в следующую координационную сферу, они меньше, чем в предыдущую, достаточно быстро убывают. Значит, что ему не очень будет интересно, энергетически выгодно уходить далеко, да, от вот этой вот центральной орбитали. Так? Соответственно, как себе представить, на какой орбитали живет, так сказать, электрон, да? Ну вот оказывается, что он будет жить в этом случае на функции Ванье. Да? Как будет выглядеть функция Ванье? То есть вы получите, допустим, вот ваш центральный орбиталь, вот это вот D, да, x квадрат минус y квадрат. А здесь у вас будут примешивания небольшие. Такие вот этих вот p-орбиталей. То есть это, как мы говорили с вами, вследствие гибридизации у вас происходит перемешивание состояний. Да? Ну и вот это будет та часть, которая принадлежит все-таки d, да? Но имеет характер p. А других уже не будет, допустим. Все, у вас только первые соседи dp, а дальше. Дальше просто интегралы быстро убывают. Тут еще может будет какой-нибудь там d-орбиталька, но она уже будет совсем малюсенькая, там можно уже и забыть про нее. Понимаете? Все, тогда у вас получается, что электрон живет вот на такой вот орбитали, да, на такой волновой функции. Да? Для чего это нужно? Ну, например, вы хотите посчитать
энергоклоновского взаимодействия, да? Так, энергоклоновского взаимодействия. Ну, что такое энергоклоновского взаимодействия? Это, соответственно, у вас интеграл, там буква У, да? Вот там dr, и dr2. Ну и дальше поехали. У вас там фи 1, фи 2, фи r1, фи r2 со звездочкой, да? Фи r1, фи r2, да? И вот это плюс r2. И всегда возникает вопрос, а этот интеграл для каких орбиталей-то брать? Понимаете? Можно взять в самом простом случае просто водородоподобные орбитали, да? Ну, взял сюда водородоподобные орбитали, как в этом ротаторе получается, подставил, да еще, да, и посчитал. На самом деле это кажется не совсем корректно. Надо подставлять вот эти вот штуковины, да? Надо подставлять функцию в воде и считать, в общем, строго говоря, только вот величину клоновского взаимодействия между соответствующими функциями в воде, да? И, ну, вот последнее время, поскольку это стало технически возможно, скажем так, компьютеры достаточно развелись с одной стороны, а с другой стороны, все, что можно было выжать из таких представлений, выжили, мы обратились к функциям Ванье. Опять же, нельзя сказать, что там сами по себе, по-моему, функции Ванье, они были открыты там давным-давно, в какие-то там 30-е годы. Относительно зонных расчетов функции Ванье достаточно интенсивно исследовались, ну там где-то в 67-м, там, то ли 75-м годах, когда вот теория функционала плотности, о которой мы поговорим позже, возникла там и так далее. Но тут люди тоже вспомнили, что есть там функция Ванье, и вообще-то электрон живет на вот этой Ванье орбитали, вот это как бы так проливали, но опять же там все это закончилось на уровне, ну просто каких-то модельных, относительно простых модельных рассуждений. Сейчас, ну, дошло дело уже до реальных расчетов. Ну, так, это на сегодня все. Если вопросы спрашиваете, есть домашние задания. Давайте.